Теряется дом в переулках, льются разговоры, надышаться не могу. Под эту песню, в частности, и вообще под музыку группы «Ключевая», Любовь Борисова написала большинство работ новой экспозиции. «Любимый город» — таким его точно никто не писал. Не писала таких акварелей до этого и сама художница. Афиша выставки Любови Борисовой красноречиво дает понять, Череповец — это город, который неразрывно связан с большой водой. И она иллюстрируется в городе металлургов по-особому. Портовые краны, которые художница назвала череповецкими жирафами, мосты, которые соединяют берега, большого города, теперь их два, и строительству нового гиганта Любовь Борисова уделила особое внимание. Промышленная акватория Череповца обрела акварельное очертание благодаря двум большим пленэрам. Работа шла легко, признается Любовь Борисова, но повторить такое невозможно. Каждая работа сделана за один сеанс с натуры. Для акварелистов это большая редкость. И когда я попала на пленэр борт, я была поражена, потому что мы издалека, вот у меня зрение плохое, мы издалека идем по набережной, смотрим, там единички какие-то стоят, краны вот эти. Ну, все так и рисовали. А когда перед тобой вот эта махина, и она такая где-то с патиной, где-то ржавая, и мужики туда лазают, на такой верх. Это, конечно, очень впечатляет. Впечатляет и то, что Любовь Борисова одна из немногих акварелистов, кто пишет зимой при сильных морозах. Столь нежной технике зимний минус противопоказан. Однако у этой художницы есть свои профессиональные секреты. У нас же все живописцы, акварелистов нет, поэтому я как кошка, воспитанная собаками, пишу и зимой. Вот, я использовала соль и горячую воду. Просто чуть больше соли, если больше, большой минус. Если еще больше минус, значит еще больше соли. Там свои моменты, и технические моменты есть, чтобы это все потом в тепле не растекалось. А еще Любовь Борисова признается, долго уходила от женской акварели. Некоторые коллеги назвали новую выставку брутальной. Знаменитая цветочная лирика Борисовой ушла на второй план. Череповец – порт пяти морей, громко заявила художница, и подчинила акварели промышленный стиль родного города, вписав в него и любимые тихие улочки. Вот такие выставки, как у Любовь, высокопрофессиональный, в художественном плане человек очень одаренный. В Череповце, у нас в Череповце, такой акварелист, ну я что-то, ну Сергей Владислав еще знает. И вот ее, ну это новое проявление, что ли. Творческой грани. Любовь Борисова всегда в движении. Огромное количество пленэров, в том числе вне Череповца. И это движение абсолютно точно передается акварелем Борисовой. Всегда вызывало восхищение, хотел это сказать. Как это можно сочетать с такой насыщенной педагогической работой? Потому что многие художники этого избегают. Потому что это, естественно, отнимает силы. Тому хочется сказать словами Шекспира, может быть. Любовь моя, что ширь морская, чем больше трачу, чем становлюсь безбрежней и богаче. Богатыми на теплые слова и поздравления получился и вечер открытия выставки. Она доступна в фойе Камерного театра без возрастных ограничений. Вера Кучеренко, Сергей Павлов. Новости.